Здание есть, а детского сада нет. Жители ЖК Немчиновка опасаются, что и не будет. На землях Министерства обороны подходящее строение уже возвели, но оно в частной собственности. Владелец готов продать его, но за немалые деньги. Впрочем, выкуп его возможен, но предварительно необходимо провести экспертизу. Нужно понимать, в каком состоянии здание плюс-минус. Если нужен ремонт косметический, значит, его обсчитать. Если нужна перепланировка, реконструкция для того, чтобы соответствовало стандартам и получил лицензию как детский сад, тоже считаем. Решить предстоит сразу две задачи, связанных с передачей земли на баланс муниципалитета и покупкой здания. Для решения последней администрация округа обратится в региональное правительство. Впрочем, это не исключает и еще одного выхода из непростой ситуации – строительство нового дошкольного учреждения. Андрей Иванов поручил начать поиски подходящего участка в пределах жилого комплекса. Не исключено, что новое строительство может обойтись дешевле выкупа. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».